очередная достопримечательность здесь вот. Кафе и какие-то эти самые мост. Здесь вот местный амфитеатр. Это вот здесь, видимо, как-то проводят ритуалы. Может, для свадьбы или еще что-то. So for wedding? Maybe, yes. Да. Ну, такое место. It's for concert? Concert? No, party? Yo, you want to take pictures? Ah, it's a stage. Like a stage. Like an artist? Like a star? Oh. No, that? Let's shoot the picture. Big О, здесь такой вот камень. И тут вот пошел туда вот. И там, в принципе, обрыв уже все. Немного грязновато, конечно. Видимо, здесь никто не убирает. Но, в принципе, так терпимо, я бы сказал. По этой вот штуке, видимо, постоянно люди ходят. И там вот кушают. Девушки всякие. Ну, неплохое так место, но единственное, что, конечно, жарковато сегодня вот. Так, в принципе, нормально здесь. Можно отдохнуть, походить под вечер, ближе к вечеру. Едем на трайцикле. Ха! Чьи-то труселя тут. Вот так вот ездят на Филиппинах. Чувака Кавасаки, как бы барокко, но на самом деле это ни хрена не Кавасаки, а китайский мод, вот, просто с надписью Кавасаки. И, кстати, на Филиппинах продают очень много моделей, которые в России просто не продают, именно вот такие вот марки. Просто названия другие берут, делают. Экстремальная поездка сейчас. Водитель забыл просто отвезти канистры. Теперь ждем. Да садись, поехали. Well, sit down, let's go. Not needed waiting driver. Деревня. Вот здесь шторки есть для уединения. Вот. Шторки, походу, из этого, из душа. Резаные. О! Транспорт на Филиппинах, обязательно попробуйте. Незабываемое ощущение.
мне понравилось. Ха, лучше, чем маршрутка. Короче, рынок местный, типа того. О, какие одноэтажные, двухэтажные здания. Псина чья-то. Че, выходим? Да? Ох ты, ёпт! Чё, как? Вот он. Без аккумулятора. Ой-ой-ой. Hungry doggy style. Да-да. И такие есть. Ну вот такие вот тратики.